Всем привет, на канале Мусалим. Хаммер H3 в работе у нас. Разобрали салон. Полная шумоизоляция будет выполняться. Вот что можем видеть на полу в виде штатной шумки. Мы ее, конечно, удалим. Она не держится крепко. Добавим своих плотных толстых материалов. Дальше, что касается дверей, нечего, к сожалению, здесь показать, пустота полная, хотя звук. Что касается задней двери, все то же самое, нету ни кусочка и много шума. И багажничек. Что здесь? Нечего здесь, к сожалению, показать вам. Пусто. Нет ни кусочка, никакой штатной шумки. Абсолютно. Арки пустые, крылья. Залезем, насколько возможно, поглубже. Закатаем, запакуем. Ребята также разобрали и крышу. Здесь мы можем наблюдать вот такую картину. Голое железо. Ну что, сейчас приступаем к обезжириванию. Обязательно пропылесосим перед этим. Весь песок, грязь уберем. И материал уже прогревается. Приступим к проклейке и обязательно все прокатаем. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.